44-дневную Отечественную войну Хан Сувар Кяримли практически прошел от начала до конца. В самом начале войны записался добровольцем и отправился на фронт. Мы знали, что каждый гражданин Азербайджана пребывает в большом воодушевлении, что каждый готов встать на защиту Родины. Когда нам удавалось поговорить с друзьями, родными, они нам рассказывали о том, какой патриотический дух царит в стране, что большое количество молодых ребят штурмует военкоматы с просьбой отправить их на фронт. Ветеран Второй Карабахской войны Хан Сувар Кяримли родился в 1993 году в Нахичеване. Его родители родом из Зенгелана. Доблестная азербайджанская армия освободила район в октябре 2020 года. Меня назвали в честь дедушек, и папиного, и маминого отцов звали Хан Сувар. То, что я почувствовал, когда освободили наш район, это непередаваемые эмоции. Это необходимо пережить, чтобы понять. Это очень похоже на то чувство, когда мы победили в войне, освободили наши земли. Многие мои боевые товарищи тогда не могли сдержать слез радости. Хан Сувар Кяримли признается, что сегодня в случае необходимости готов встать на защиту Родины. Туран Мемедле, Заира Такишиев, CBC.